Великая Отечественная война – трагичное событие нашей страны, которое повлияло на каждого из нас. Про доблесть советских солдат знают и помнят во всем мире, но часто забывают про тех людей, которые остались в тылу и своим трудом вносили вклад в великую победу. В июне 1941 года студенты Казанского университета сдавали свои последние экзамены, когда началась война. И перед руководством университета встала сложная задача – оказать помощь всей стране, стать не только научным, но и промышленным центром. Уже с августа студенты Казанского университета стали оказывать помощь колхозам, а в октябре 41 года было издано постановление о начале работ по сооружению Волжского оборонительного рубежа, основной частью которого должен был стать Казанский обвод. В строительстве обвода свой вклад внесли студенты университета. Строительство Волжского оборонительного рубежа 41-42 года, основной частью которого стал Казанский обвод вокруг Казани. Он шел полукольцом. Волжский рубеж составлял протяженностью 331 километр, включал в себя Татарскую АСР, Чувашскую и Марийскую, то есть как раз-таки территорию Поволжья. Студенты университета в то время принимали участие в строительстве? Конечно, студенты университета, преподаватели, даже ректор университета Кирилл Прокопьевич Ситников участвовал в строительстве сам. 22 июня объявлено памятной датой. В день памяти и скорби жители нашей страны возлагают цветы к могилам солдат и благодарят их за окончание Великой войны. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз.